Так, держи это. Только помни, не храни их очень долго. Я больше не могу, они мне жизнь разрушили. Какой это год? Мой бог! Босс! Краш! Босс! Краш! Алло! Привет, это Леле? Говорят по-испански. No, no deberías ir. Espera un momento. Te necesito aquí porque tú me tienes que ayudar. Mira cómo estoy yo todo el día limpiando. Я вернулся, милая. Папа? Я пришел к твоей матери. Папи? Я никогда не переставал любить твою маму. Te vienes ya para acá, Leonora. Ya, ya para acá. Твоя мама и я решили снова быть вместе. Ya, ya para acá. Te vienes ya. Боже, вот о ней рассказывала. Посмотри на нее, она очень странная. Может, что она вообще одета? Я в ее странности вообще не понимаю. Господи, как же она нелепо выглядит. Она очень странная. Это, по-моему, социальный суицид вот так вот выглядеть. Дичь. Боже мой, Лили, ты такая милая. Ты такая клевая. Боже мой, Лили, ты выглядишь потрясно. Боже мой, она вообще очень крута. Лили, придешь, пожалуйста, на мою вечеринку. Лили, какая же ты милая. О, мой бог. Самая милая в мире. Я знаю. Привет. 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 Ты меня любишь? Да. А ты меня любишь? Ну я чё мне? Пошли. Садись в машину, мы же опаздываем! Ну! Четыре года спустя. С вами снова передача «Поймайте этого психа». Прямо за нами сумасшедшая Лили Понс. Она живет в фантазиях уже последние 4 года. Время от времени она разговаривает со своими друзьями. Шоколадными конфетами. Он такой сексуальный. Чё, мне подойти к нему поговорить с ним? И со своим парнем Тапочком. Боже мой, прекращай. Прекрати. Мисс Лили Понс, что вы можете сказать нашим зрителям? Вот и ты. No! Интервенция. Нет-нет-нет, не снимайте очки. Мне нужно их снять. От этого тебе будет лучше. Это нереально. Где я? Ты у себя дома. Где мой парень? Я доктор Стивенсонсон. Эти очки, все вокруг тебе делали нереальным. И ты встречалась с этим Тапочком. Моим Тапочком. Где мои девчонки? Где мои лучшие подружки? Ты все это время дружила и разговаривала с этим конфетами. Нет. Подождите-ка, а где мои деньги? Мои деньги, огромные деньги. У тебя нет денег, это очки все показывают, что есть деньги. Ты мне до хрена должна за лечение. А где мой водитель? Где Боб? Он вон там. Да подвезти? Он, конечно, редкостный придурок. Да, доктор, как давно это длилось? 4 месяца. Вообще-то года. 4 года? Уберите эти очки нахрен от меня. Я их вообще больше видеть не хочу. Они пока побудут у меня. Да сам их и носи. Хорошо. Тише, тише. Боже мой. Я понял. Мне плевать. Уйдите, уйдите, уйдите отсюда. Мне нужно одной побыть. Мне нужно... Нет, нет, нет. Я больше не могу. Пожалуйста, забери. Нет, 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 нет. Пиши в комментариях, на что бы первым упал твой взгляд, получи ты такие очки. А перевел и озвучил виски. Ага.